Всем привет, ребята! На канале принцесса Анна. И у меня разные игрушки, разные. Сюрпризы, да? Да. Новые сюрпризы. Kids до первые. Два киндера сюрприза. Да. Шопкинс. И такой... С пластилинами, да? Kids до называется. Ой. И божья коробка. Есть. Да. Какой первый будем открывать? Kids до. Тебе помочь распаковать или ты сама найдешь, да? А ну покажи, какой он. Покажи коробочку. Вот. Там внутри пластилин, как Play-Doh, формочки. Розовый. Розовый пластилин. Там формочки, чтобы можно было лепить различные. И вот есть конфетки, да? Ну давай, я тебе помогу открыть. Конфетки. Давай. Помогу открыть сейчас. Сейчас откроем. Яйцо. Теперь дай мне дальше открыть. Открываем яйцо. О! Формочки две. Две формочки. А какие формочки, покажи? Один, я вижу... Цветочек. Ага. Один цветочек. И еще что-то непонятное. Ой, слушай, это похоже как будто зайчик. Мордочка зайчика. Вот так похоже как. А, точно, вот так показывает, да? Три пальчика. Значит, такие есть. То мне показалось... Нет, большой, указательный и средний. Три пальчика. То мне сначала показалось, как будто это заячья мордочка. А это непонятно. А это какой-то человечек. Ну, это, наверное, так и показывает три пальчика. А это так человечек. Ну, да. А пластилин откроем, посмотрим, какой он там. Да. Открыла, да? О, такой... Мягкий, как Play-Doh? Угу. Надо же, по-моему, что-то подставить, чтобы воду пить. Потому что он такой липкий. Так. Мягкий? Угу. А там в пакетике еще конфеты к нему идут, да? Угу. Сначала сделаю вот это вот. А может его в формочку наоборот надо залепить? Это ж не песок. Нет. Давай формочку попробую его залепить. Ой, смотри. А ну-ка. Подними теперь. Подними. Да. Получилось. Вот. Ой, точно, фигурка такая симпатичная получилась. Угу. Хорошая формочка, да? Теперь еще вот этот. Цветочек, да? Угу. Еще он... Здесь две блестяшки есть. Блестяшки. А есть еще Play-Doh, ну, блестящий. Угу. Что, цветочек получился? Угу. Показывай цветочек. Ух ты, смотри, что от него получилось. Это по краям. А внутри сам цветочек? Ух ты. Прикольно получилось? Да. Формочка вокруг, которой остался пластилин, да? Цветочек. Ой, как ровненько. А ну поверни. Как ровненько, красивенько получилось. Угу. Да, какой хороший цветочек. Хорошие формочки. Да, хорошие. Теперь еще что-то слеплю с него. Еще что-то слепишь? Из пальцев. Волосы слепила. Для куклы. О, у меня модные волосы.
сердце Слипи. Так. И одна блестяшка. Красиво? А, ну покажи. Чего? Не получилось? Ну, потому что надо было нормальный слой пластилина поставить. А там получилось, было три пластилина, да? Ты один открыла, еще два осталось. Какой мы следующий киндер открываем? Киндер или... Ага. Божья коровка. Что там интересно внутри? Яичко. Яичко такое. Шоколадное. Ух ты. А там внутри что-то есть. Ой. А, да, есть. Что внутри? Покажи. Какое-то лего. Аня. Конструктор? Да. Машинка. Машинка? Я так открыла. Ой, и наклейки. И наклейки. Это, наверное, на саму машинку. Угу. Давай соберем. Давай. По инструкции. По инструкции. Угу. Так. Что делать сначала? Ну, я так понимаю, сюда колесики. Ой, сюда колесик один. Они одинаковые с двух сторон? Или нет? Одинаковые. Все одинаковые, видишь, колесико. Угу. О, вот. Одела одно колесико. Другое. Здесь наклеечки, видишь? Сейчас наклеечки нужно будет. Ой, чуть не сломала. Наклеечки нужно будет тогда, когда уже будет собран. Так, а ну покажи там, что там, куда тут. Такая инструкция тут маленькая. Вот, сейчас сделаем. Крылья. Вот. Крылья. Можно это уже попробовать шоколад? Можно. Вкусный шоколад или так себе? Молочный, да? Вкусный? Вкусный шоколад, да? Это какая-то пушка. По-моему. Ну, такой вот попался. Здесь вы не увидите. Вот. Я поняла. Вот это сюда. О, тут ничего такого сложного нету. Просто по инструкции. Две пушки. Почему именно две? Это куда? А, вот, подожди. Посмотри инструкцию. Да, нет, это как-то... Как-то так... А, вот, все. Все понятно. Вот. Ой. Вот так, что ли? Как будто бы так. Так? Ты думаешь, я правильно собрала? А ты посмотри, правильно? А крылья куда? Крылья, подожди, крылья сверху. На что, да, на что их цеплял? Да. Получается, для... А здесь нету крыльев? Нету. Непонятно? Подожди, непонятно, да. Мы
А, все, все, я поняла. Вот. Там просто такая инструкция маленькая. Ну-ка. Ну-ка. И вот. Да. В общем, как-то так. Давай. Теперь наклейки будем клеить. Да. Включи, как мы наклеим. Наклейки. Ребята же тоже любят наклейки, да? Думаю, да. Дети любят наклейки. Все детки любят наклейки. Да. Слушай, я не могу это прицепить, она... Да, я почему-то... Я не знаю, почему-то она не цепляется. Ну, короче, оставим так. Подожди, стоп. Непонятно, да, что это такое. Наклейки будем клеить. Наклейки? Куда их клеить? Ты нашла? Куда их клеить? Нет, ну мы посмотрим. Давай посмотрим. Давай это не будем ставить, оно что-то не подходит. Это... Наклейки помогли. Интересное очень... То, что Божью коробку придумали. Ну, Лего. Супер спид. Написано. Давай наклей хоть наклей. Ну, хорошо, наклей ее куда-нибудь. Куда ты это клеишь? Не знаю. На машинку. Давай другой лучше киндер возьмем, хорошо? У нас ледниковый период, лицензионная игрушка, это точно. Шопкинс, давай Шопкинс. Там точно нормальная игрушка. Угу. Хорошая. Открываем. Открываем. Ух ты! Кто нам попался? Вот, вот оно. Ой, кто это? Что, две игрушки попались? Да. Молочко и еще. И вот. Ой, ничего себе, там оказывается две игрушки, я думала одна. А ну покажи. Нет. Мне не видно. Они две. Это молочко. А, молочко, да? Угу. Вот такое молочко. Я хочу эту штучку открыть. И давай второй. Давай второй. А это кто? Ты отгадала? Нет. А на что же это похоже? На желе. Желе? Угу. Ну давай пусть будет желе. Назовем его желе. Да. Похоже на желе. Хорошо. Открываем следующий киндер. Это давай и по... есть желе. Да? Мы отгадали. Отгадали? Угу. Вот, ну, это одевается сюда, на карандашик. Вот, одень на карандашик. Это, я думаю, что это резиночка такая, чтобы вытянуть. Или просто, наверное, резиночка. Она как вот. А следующий киндер какой у нас? Ну, давай откроем этот. Открыть, да, тяжело открывается. Что за игрушка попалась? Ух ты, лошадка! Да. Лошадка? Да. Теперь же правильно ставят игрушки.
ушки, да? Что, правильно ставят? А, это Рапунцель. Это Рапунцель. Ой, смотри, какое зеркало прикольное. Вот. А здесь колечка нету, да? И лошадка. О, какая, смотри, с камушком такая попалась. А должно быть колечко. Колечко там должно быть? А там не колечко, там зеркальце. Вот. И зеркальце, вот зеркальце такое. А что по инструкции? Что по инструкциям? А, просто лошадка смотрит на себя в зеркало. Да. Ой. Нормально. Красивая лошадка. Угу. Это у Рапунцель такая лошадка. Я смотри, еще, лицензионная я попалась, еще да? Я видела собачку. Собачку? Белую. Вот эту вот. Видела кого-то. А ну дай посмотрю. Вот эту вот собачку видела кого-то. Вот эту собачку? Угу. Это у кого-то из твоих подружек? Да. А, точно, что у меня. Да, вот нам попалась такая лошадка, которая у Рапунцель. Mm-hmm. Даже этот кидр откроем. Ну, давай, открываем следующий. Это у нас ледниковый период. Ну там точно должна быть тоже хорошая игрушка. То, что ты ешь. Открывай. Ух ты, здесь что-то есть. Слон. Слон? Да. Я хотела его и наконец-то есть. А ну-ка. А там, смотри, вон он же, его же собирать нужно. Угу. Смотри, вот еще клыки. Клыки одеваем. Ну давай, давай одеваем клыки. А, инструкция. Вот, вот и инструкция. И тут вообще он из нескольких частей. Не знаю, как. Вот. Оденешь? И смотри, там же еще одна часть есть. Все собрала? А ну давай я клыки ему одену. Одела? Вот. Я сама даже справилась. Молодец. Вот. А он там крутится или нет? Нет. А, вот, поворачивается голова у него. У нас вот белочка с орешком, с желудем есть. Да. В прошлом видео. Вон там белочка. Вот такая с желудем. Да. Теперь у нас есть слоник.
куда мне залезть, спрятаться? В киндер. Не, сюда спрячу. Вот так, меня никто не видит. Пока я сижу в домике. Я тебя вижу! Я тебя вижу! Я тебя нашла! Опять меня все находят. А, я знаю, потому что... Ой, слушай, что... это не слоник, это ж мамонт. Мамонт называется. Это ж не слоник, а мамонт. Это не слоник. Мамонт, да. Это не мамонт. 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 Вот он, вот. Мамонт. Мамонт? Да, такой древний слон. А как эту лошадку зовут? Я не знаю. Вот здесь принцесс написано. Принцесс? Принцесс. Да, принцесса. А тебе Белоснежки не хватает. Белоснежки не хватает, да? Она сколько там принцесс? А ну покажи. Четыре. Четыре принцессы. И четыре животных. Что? Не, ничего. Что? Всем пока! Спасибо, что смотрите наш канал. Спасибо, что смотрите наш канал. Пока!